кому пизды дают. Всем ассаляму алейкум. В общем, дело было вечером, делать было нечего. Меня звать Аслан. Я играю на Зона X сервере. Как видите, Черноруссия. И хотел в первую очередь внести ясность за себя. Я сам с Казахстана. Западный Казахстан. Мой ник Кшежис. Это на казахском переводится «младшая орда». Ну, кто понимает, Казахстан делится на три орды. Старший, младший, средний. И западный Казахстан – это младшая орда. И его называют Кшежис. Кше. Ну, некоторые меня Киви Джус называют, ничего страшного. Киви и Кше, без разницы. Теперь, короче, вот я вчера только взял себе Дельту скин сет. И первый день вот бегу, думал на палубу пойду, что-нибудь залутаю. Забегаю так вы тоже на Манхантера, блокпосты да? На да, Павлова. Да, думал, чем это барет, марет, чем это найду такое. И походу дальше к пацанам пойду. Я играю в клане СНГ. Это почему СНГ? Все этот ранчо, которые при СССР были, это все вот в честь него. Опа, слышу выстрелы. Я думал, хули он трется в наглую. Бивает зомбарей, походу. Хуя с лутом, прикинь, уебется. Один есть, копилку. В общем, вот я в клане СНГ играю. И мы поехал, с других, на других серверах играли, и вот сюда мы перед вайпом один день поиграли, и нам зона X очень сильно понравился, и решили здесь остаться. Пацаны сейчас что-то на базе лутаются или продаются, что-то, короче. А я думал, здесь побегаю, вообще, после того, как я вот этого одного человека убил. Думал, не добавили этот. Думал этот какого-нибудь хим костюме топика поймаю, который будет выходить в руках сумка. И да, в спине сумка не успеет удали. Взять оружие. И поэтому ну, чатик, ходил здесь кемпил, короче. Думал, какой мыткуш сорву. Вы где, Дань? На звери, блядь, бежит. Вас ебнули, что? А, тебя оббегаю в другую сторону, там еще один блокпост есть. Думаю, там еще спавнится. Ну, можно с блокпоста на блокпост бегать, туда-сюда лутаться. Но это рискованно, там чуть соберешь что-нибудь, может кто-нибудь убьет. Ну, мне терять было нечего. И вот теперь я бегу на другую сторону. А, половина моих пацанов на ЗГ, Севереграде, сейф-зоне. И на Зеленой горе, кажется. Нихуя себе маневр, бля. Я так-то не сильно играю, не киберкотлет. Да. Я сам не выеживаюсь там, а что кого-то порву, кого-то там убью, что я там сильнее кого-то или там... Или там... Ниже кого-то я никогда. Я играю да. Так, как могу. Я сам я работаю. И, съебал, и работа, дом, я работа. Когда я есть свободное время, просто. Я люблю Days. Да, это... Ну, World of Tanks играл до этого. И в PUBG играл. Но Days один раз попробовал я. И, в общем, женился, короче, на эту игру. А чё за никнейм? Много кто может думать, там я если какие-то нарезки видео делаю, вот там киберкотлета якобы себя хочет показать. Нет, я никому ничего не хочу показать, доказать. Ну, так охуеть, что это просто вообще, я свою игру записываю и выкладываю какие-то моменты. Какие-то лучшие для меня похуй, моменты и выстрелы трёс, или там трёс, просто килфиды. Я... И всегда все свои откаты я записываю, чтобы не было каких-то недоразумений.
садится, заводит. Что я там? Ну, я думаю, так нервы тряхнет. Ну, сами знаете, там сразу, когда убиваешь кого-то, где-то находишь читер, митер. Для своей же безопасности я записываю все откаты. И потом обрезаю, монтаж делаю и выкладываю. Ну, я решил сказать о себе и за свой клан. И не стал ничего обрезать. Какие-то там беспонтовые моменты есть, где-то там пацаны ругаются. Этот. Их обрежу, а так, думаю, полностью вот так посвящу. Может, кто-то не захочет фильм посмотреть, а захочет Days посмотреть. В общем, клан СНГ у нас где-то человек 10. Ну, активных всегда 5-6 человек играем. Я думаю, ни у кого не требуем, там, чтобы конкретно был активным, сидел в игре, заходил, там какие-то обязанности, какие-то приказов нету у нас. Потому что реальная жизнь важнее, чем виртуальная жизнь. И понимаю эти вещи, и все играют по своей мере возможности, по своей способности. Блядь, почему ты, блядь? Ну, это пацаны у меня все кости, хорошие, блядь. Пацаны. Уже обыгрались, других на других серверах играли. Друг друга понимаем, там. Бывает, где-то что-то там поругаемся, этот, но не обижаемся, не валим от друг друга. Дальше также играем. Ну, конкретно это мои виртуальные друзья, я вам так скажу. Слышите, вертолету пизда. Я не знаю, он не управляется. Сейчас бегу опять сейчас на другую сторону блокпост. Да, походу надо купить. Думаю, эти, там что будет. Менты, может, кто-то выйдет. Тикет открой быстрее. И у меня цели здесь не было именно там. Фрайрок, нахуй, я понял, короче. Кипарей убивать или сюда приходить? Сюда и в основном же идут и за лутами, а они идут там найдут, кланом лутать Павлова. Да, я просто бегал, пока пацаны там готовят, что-то там бегают, дела делают. А я, короче, новый сет оружия себе пробовал. Испробовал, то есть пострелять, побегать. А ну, этот броник и шлем я здесь нашел. Тогда надо купить. Вчера нашел, вышел с игры. Свечу, и теперь вот. Свечу, аккум и захожу. Шпаклевку. Сейчас же дальше шпаклевка с ней вроде бегаю. Там собак чинится, если он пробит, да? Посмотреть. Да. Дима, иди, да. Блядь, кто придет. Думаю, короче, побегаю, пока не умру. Бля, пизда его, блядь, ведет. На Барретт глушак. Вообще боком лечу, блядь. Здесь был трупик. Ну че, поедем тут там снимать? Куда? На это полетим, блядь. Я чую, что придет тот человек, кого я убил. То это он, блядь, снова придет. Он на звери зареспаунится, он с этой стороны придет. Или он на болоте. Сам, когда наша если на будет? Болоте респаунится, то она будет этот с другой стороны. Да, он пиздец, что напротив меня. Я лежу, его жду. Он уже должен по времени прийти, прибежать. 2400, 2500 там км. Должен прибежать уже. Не банят или что, в смысле? Как нихуя ты в нахуй пришел тачку? Жду. Да, 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 Steam ID там ты можешь посмотреть. Да подожди, я а здесь услышал кого-то. Тихо. Там дальше будет. Тихо! Возле меня он подбежал куда-то. Ко мне прибежал. Твой пизда начинает крутить. Блядь, прямо за мной стоит. Опа. Вижу. Вот он. Полетели. Россия, сейчас он покрутится, блядь. Тот же чел. Я его убил. Ты заебал, блядь, крутиться.
сломано оружие или магазин. Я ему, кажется, по магазину попал, когда стрелял, по оружию попал, то есть. О, блин, мне чуть голова не закружилась. Донат стоит, я думаю, что за погруз на. Бай донатка на натуре. Как у нас. Да, да, так вчера я еще видно был. Подождите, парни, тихо. Хочу забрать его оружие, чтобы другой кто-нибудь его не взял. И на меня не попер какой-нибудь кипарик. Думаю, дальше надо пробежаться. Я догадывался, я недолго здесь буду бегать. Меня рано или поздно здесь убьют. Я думал, у пацанов там зареспаулюсь. К пацанам ближе. И хотел бегать. Да и терять-то нечего было. Если бы сейчас я вот так бегал и нашел бы более серьезное какое-то оружие, АХ или Барретт, еще чем-нибудь, я бы ушел бы. Так как ничего хорошего не нахожу. И поэтому бегаю. Убьют, так убьют. Здесь хотел покемпить, но кажется, не стоит там кемпить. Оптимальный вариант это здесь. О, Влад, либо знакомься. Спереди меня закрывает здорово. Бетон. Справа я вижу, сзади и закрывает меня дерево. Лагает, нахуй, и думаю, это нормально. Ну, нормально у нас. Думаю, на это нормально. Только. А, на трейде, да? Здесь слышу, кто-то подошел ко мне. Тихо, тихо. У меня нет. Кто-то бегает сзади меня. Сзади ходит. Задние винты. Тихо. Это маленький такой. Я бомж нахуй. Я бомж. Кипари самые опасные люди. Я им честно не доверяю, потому что я много страдал от кипарей. Они отчаянные. Это не тот чел. Ёбнул, не? Это другой. Короче, смотри, какой-то кому чел. Там лопасти надо. Тайл Блейд 1, Тайл Блейд 2. Ааа, пробил. Вот он. Вот это вот чел. Это третий раз я его убиваю. Пацаны, одних те же типа. Он пришел. Займите двадцатку, пацаны. Он пришел. Костя, есть у тебя? Да, есть. Я пачку возьму, поеду пить. Так, двадцатка. Он вообще злой на меня, где кажется. Сейчас я бегу. Ну ты переведи мне просто и все. Да блять, уже снял хуйню. Меня спасла бронежилет, кажется. Но мне айфак нужен срочно. Я не знаю, у меня есть или адреналина. Нет.
Пока Морфичем воткнем. Блять, этот пидор машину спиздил. Гантон, блять. Нет, она не помогает. Блять, сука, пидорас. Оля, по делу. Константин. Мне нужен. Лайфхак. Мне вообще должна быть. Лайфхак. Я не помню, я его скидывал в сумке. У меня есть схрон здесь рядом, я думаю, туда ставил. Ближе к кустам прижмусь. Опа, айфак. Она со мной была. У меня айфак есть, бля. Вот это да. Я еще не хотел этот айфак брать с собой. Ну взял, думал, пригодится. Вот она и пригодилась. Да раз, блядь, там рюкзак этот охуевший был у меня, да? Да, блядь, ну все. Пиши тикет, блядь. Да хуикет, что там на сутки? Тут если въебаться, лунку кинет. Пацаны мои в гневе. Парни, парни, вертолет, угнал. Где нахуй? Где я бегу? Угнал нет, машину. Нет, нет, лунку. Нет. Я не улетаю, психу. Я просто проверяю, работает, нет. Видя, я к себе еду, да-да. Пацаны уже у нас готовятся. Костя, я не улетаю еще. На файт. Да, это. Его и мне надо, кажется, идет. Умереть. Так, бери тогда, или бежать Костя, туда. Первую или вторую купил? Ну, первого. Я не люблю сам себя а убивать. А у вас что, сейчас рестарт будет или нет? В общем, был рестарт. После рестарта я прибежал к блокпосту, к контейнеру. И жду. Если его я еще раз сейчас убью, все, я бегу к пацанам, потому что мы хотим кланом пофайтиться, побегать. Это моя ошибка, кажется, я двинул вправо, спалил себя. А, вот, да, я сам себя запалил. Это другой меня, кажется, убил. Ну и все. Меня убили. Я этого и ждал. Не знаю. В общем, я зареспаунился в Черногорске. С Черногорске бегу к пацанам. Они кто там бегает? На Кумырне, кажется. Где? Да, я туда везу. Бегу. Они отображают тишину. Сперва кемпить будем, да? Давайте пойдем. Они тут вон на базе. Да, они здесь. Да, Гагарин Смит здорово заебал здесь тоже. И просто чё хорошо. Он там зайцев ловит на базе. Вот это сет мне Дельта не, нравится. Не, не, они на этом, на трейдере. Мне сет конкретно это нравится. Мы на Кумырну прилетели на вертолете. А можете стоять то, что там. Может, кому-то не нравится то, что там донатят, там вот донатят. Ну, те, кто играет в соло или не в соло, там и не донатит. Может, у кого-то нет возможности. Кто-то там есть кому там 13-14 лет, 15, которые сами они не зарабатывают деньги. И много кто недолюбливает донатеров, как я понял вообще в других серверах и в Дейзи вот так. Ебать, все стрю в одном очереди. Я так как сам не курю, не пью и здорово заебал, как всегда. Деньги никуда так-то не травлю сильно. Просто хуй взял он, за 900 рублей донатку, эту, а донатку беру скин этот сет Дельта. В месяц она полностью оправдывает. Даже ты в таком сете можешь убить любого да топика. На, блядь, если на, ты зажмешь 60 патронов, у тебя сет это РТ. Подвышенный прям смотри, повышенный, и прям под ним зуб. Ну, спасибо. Она так оправдывает. Еще у тебя здесь больше еды, есть, больше питья, больше слотов. Типа убегать и сразу что-нибудь файтиться можешь. Еще если у вас будет двое или трое в таких, вы на любого топика можете попереть. Или что-то отжать быстро там. Можете на тачке. В размен пойти можете с таким стволом. Средняя защита бронежилет, средняя защита шлем, ПНВ. Че еще там? Ну все так, средненько. Прям
У тебя сильно такого привилегия нету, думаю, за это. Че, кто пойдет? Я понимаю этих админов здесь. Админ Гучи, Диман написано... и Ауткост, ну, кажется. Ауткост, да, еще один пацан. А меня, блядь, вдвоем в основном. Админы, да, обращаются, быстро отвечают. Да. Всегда на будь любезно разговаривают. Я сделаю вид, что ухожу в одну сторону, а сам потом в другую. Админы, базар нет, здесь хорошие, блядь, пацаны, молодые. Была растяжка, надо было взять прямо перед дверью. Я поставить. Думаю, они сами всегда в Дейз играли и понимают. А у тебя слан нету, в любое время подскажут, напишешь, объяснят. Все, ники пропали, я сворачиваю на Аслана. Я бегу, короче, по-моему, нашим бывшим соклановцам. Ну, они как бывшие, там, один день были, потом мы их кикнули. Ну, может, по характеру там не сошлись, им не понравилась наша тактика игры. А растяжка из чего делается, пацаны, из проволоки? И думал. А бабки есть у кого-нибудь внутри? Постреляю просто. Может, убью кого-нибудь. Если я не убью, то в другое сейчас место пойду, короче. Сейчас сделаю. Ну ты там перед входом ляжешь удобно. Можно поставить растяжки и отойти. Я бегу к ним. У них на машины есть, которые смотрят вышки что-нибудь. А, они напротив. Да, да, слева. Слева, слева от входа, как смотришь на ворота, там вышка. Так, где здесь банкомат? Они не вышли еще? Не-не-не. А в зоне сколько? Их трое? Двое, да. Их двое в сети всего лишь. И только что было трое на всех зоне их. Да? Был здорово заебал, Смит и Гагарин здесь. Ну, Смит, видимо, вышел. Все, здесь Сит, Гагарин, все там, да, дома, значит, никого нету. Наверное, да. Металлическая проволока, да, нужна? Сколько штук? Сука, он пластинок, что ли, блядь? Пару возьми. Я прям в ряд им 4 растяжки нахуй поставлю. 3. Одну перед входом, прям и 2 рядом. Чтобы они чисто через все пробежали. Так, все. И палки какие нужны? Простые, типа? В общем, кто не играл на Зона X, попробуйте, да, попробуйте, пацаны, кому как зайдет или нет, но нам просто две зашло палки, этот, да, сервер прям конкретно понравился. Все, окей, и пацаны здесь, сделаю. С кем мы файтимся, с кем этот стреляемся, все нормально, пацаны. То, что да, там матюкаемся или там этот, но... Это, думаю, в любых файтах, когда крыша едет, все матюкают. Много хороших пацанов. И чё хорошо, я еще не встречал здесь читеров. Ну, я сам не встречал, может, есть. Админы всегда постоянно смотрят. За воровство в сейф-зоне сразу баны дают. Да, за то, что сейф зоны кемпериш тоже сразу бан дает. Я локер нашел посередине леса. За читерами всегда там открытый наблюдают, смотрят. Гагарин, и здесь много кланов. Не знаю, его нет на сейф зоне, он куда-то ушел. Всегда везде файт идет. Если нет, один клан с каким-то фаном файтится, туда все бегут, все кланы. И там всегда рубилово идет, тыши там. Я ничего нравится. Умер, побежал, я убил или чок, умер, написал, встал, дальше пошел файтиться. Да, давай. Уже вылетать. У вас на базе случайно... Так что кто-то всем не желаю, предлагаю даже... Кого? Кто-то? Зайти кто-то? На... Я не рекламирую, и мне за это не платили, за это сервер там, чтоб я там рекламирую. Я... Короче, написано, у меня что там, 90 человек подписчиков. В Ютубе я для себя снимаю, комментирую. В натуре, пацаны, мало таких серверов, где админы здравые. Хорошие сервера, которыми я играл, это сервер Тигр. Вертолет тогда скинем. Там Макс, Оливка, хорошие пацаны, админы тоже. И вот второй сервер, который мне понравился, это Зона X и Тигр. Потом. Сервер. Тут может за то, что это
60 на Новые сервера, админы постоянно, еще бля, ну на черный, помогают, общаются. Ну, черный это хуёво. В основном мы играли в европейских потом серверах. Потом, нет, давай постреляемся. В автономе играли Lord of Arch, Darkest, Days 28, S1, S2, Squad. Ну, в европейских серверах мы в основном играли. Все, понял, нас надо. Теперь растяжки делаю и иду. Там, да, мне понравился этот сервер. Да сейчас на базу зайдем. Я не курю какой-то там другие сервера без понтов или что. Нет, просто кому как нравится. Пошли на базу. Да, идите к базе, я там вас заберу. И знаю я. Мне этот сервер Гагарин сильно понравился. Гагарин там стоит, а Смит ушел. Самое куда? Главное, если ой, админы этот... вот так Гагарин будут до конца ушел, а работать, там стоял, так, держать как этот сервер, и простяжку? Много Ролка, кто не понимает, две думают, палки. О, донатеры, а там этот... Они длинные или какие-то маленькие? Донатит, админы им помогают. Никогда. Да нет, я нигде не видел, сколько сам... Донатил даже, да. Я знаю, что мы донатим. Я его с другой стороны гранату понимаю. Если мы донатим, да, мы и сами поддержим этот сервер. Гранату. Они же хост платят гранату. Нам. Гранату. Или я они здесь по 12 часов говорю, сидят, пацаны работают за читерами, смотрят, чтобы другие выживали. Да, и они-то тоже там должны там кушать, там обеспечивать неделю, семью, да? Да, это тоже их не работа, понимаете? Да, да. Если этот админ отсюда никакого там ничего толка не будет, нахер ему это надо? Гвозди нельзя купить. Дома голодный сидит еще здесь админ, что ли? Любой человек за это не будет браться. Не, но набор электрика. Я так думаю. И поэтому мы... Я его с этой стороны, с хорошей стороны понимаю. Рад всегда помочь админам. Ну, я кемплю, один должен подойти сюда Рейди сейчас, может убью. Два дня в неделю. И тут еще внутри стройка. Или меня убьют. Тем терять более. Нечего, респаун. Опа, вижу. Тихо. Я хотел, чтобы он ворот открыл. Он топик, кажется, где его не пробивает. Это бля, у меня пинг был. Я думаю, смог бы его зажать. У меня, кажется, из-за пинка я не смог его зажать. У меня пролагало вообще. Сами видели же, он тэпнулся. Это из-за меня. Да, ничего страшного. Здесь это такая игра, так. Где-то убиваешь, где-то умираешь. Никого не видел бессмертных здесь. У меня, наоборот, еще больше. Желание появился. Сядь, возле вышки поставь этот перчатку, быстро к вышкам беги, чтобы. Ну, кажется, спалил уже нас он, а он не выйдет теперь с базы. А у них вышка отдельно от базы стоит, что ли? Попробуем. Напротив. Пидорасы. Че б была не была. Дым от ствола. Они вышку построили еще? Да, нет, у них донатку они купили. А-а-а. Так, я сейчас на секунду отойду. Пацаны все мои подтягиваются. А когда донатку берешь, Матхов гвозди, подтягивается, да? Батон. Нет, тут на старте дают, да, промо вводишь, тебе дают пару пачек. И промокод. Старт, промокод старт. Старый мой там, кстати, тиммейт это Матхов, Батон, потом Дания. Спойлер, давно вместе играем. ПКМ. Во всех серверах вместе лазим. Чё, он тебя быстро сбил? Да, две патроны, два патрона. А я ему 30 жопу высел, догнал и ещё патрон. Мне надо было его заранее стрелять, когда он уже подбегал. Видите, я хотел, чтобы он дверь открыл и его убил. Он в хорошем бронежилете был. Я не смог убить. Или был бы читак. Какая-то снайперка, я бы его убил бы. Ну, все равно одни ворота он открыл бы, а дальше вторые закрыты. Я думал, его убью, это откроется, а там простое, если ворота будут, на машине пацаны подъедут. Машину поставим и перепрыгнем. Так, скидываем. Пойдем, нет, туда внутрь скидывается.
бегу дальше. Хуя двери. Ебать, схуяли у него в натуре приписка СНГ? Да, он это, админ добавил. В любой ящик там кидайте, палатку, ящик. Ревик, видел какой? Потому что он до этого у нас. Да, да, 50 БМГ заебись. Вон, куда не кидайте оружие, тоже берите в палатках там, чё надо. Чё кидать-то, чё тебе надо? Так я не знаю, чё вы, если вы чё-то будете скидывать, или... Нам на 60 магазин. У меня самое полезное, я могу скинуть патроны, а так граната нахуй. У нас в основном в клане... Я думал, тебе просто взрослые понимаю. Пацаны. Только один есть у нас. Самурай Дарксова. Малой. Остальные все уже по 20, по 25, по 30 лет. Потом вы в другой канал уйдите, когда потянетесь к нам в канал зайдете. Пока там здесь. Кто хочет? К нам в клан зайти, во-вторых, если приходи. Чё, в комментариях дискорд свой оставьте, или я свой дискорд оставлю. Поговорим, если хотите побегать, постоянно с кланом быть. Чё, да, никого не видно? Играть. Нет. Угорать. Короче, давай сейчас как поступим, я подойду к тебе с вами. А, на донатки стреляют. Пишите. На донатке? Пообщаемся, если там, все, да. Вы не токсики, и мы не любим токсиков, таких, ишь, у нас нету нацизма, эгоизма, там, Mazda. Политические, где, нет, вообще, мы в такие не лезем. Дал метку. Там донатка, у нас и украинцы играют, и русские играют, и казахи играют, все там, где, с Америки нет. Пацаны играют, нас трое или четверо пацанов с Америки. Я туда иду, да. Чё, и есть дальневосточные пацаны. У них 6-7 часов вперед, ну, чем давай, у нас. Давай, у давай, меня в Казахстане по МСК 2 но часа вперед. На вышках сидят. Я бегу вот к пацанам. Постреляйкаемся. На Мазде катаются. А Мазду пробить можно? Да. Можно. Может, кто-то сзади идет. Почекать надо. Придет, не придет. Чтоб не дать им добежать до базы, где там уже поубивали там кто-то кого-то. В общем, сзади почекал. Вроде никто не бежит. Они все отсюда бегут сюда. Мы примерно предполагаем, где идет файт. Здесь бьются клан Семишариков, клан Кей, 50 БМГ, и мы еще бежим, короче. Ну что здесь больше будем бить? Не хотим мочить там кипарей или на них нападать. И этих вампиров, которые я кемпил, только что базу не хочу там ставить. Их двое или трое, они с базы не будут выходить, что их ждать? Посмотри, вот откуда ты ушел, он прям там был. Подумали, да, лучше пойдем на горячие точки. Пофайтимся. Чему-то научимся. Если не будешь здесь файтиться, командой вместе, здесь ничего не научишься. Когда ошибки допускаешь, потом я смотрю свои видеоролики и исправляю свои ошибки. Где неправильно я файтился. Где неправильно пацанам информацию давал. Это все я сам смотрю и выводы делаю, потом стараюсь эти все свои ошибки убрать. Если кто-то хорошо играет, позиции или там какие-то советы, смело можете, пацаны, писать в комментариях или там давать советы, что-нибудь. Это всегда возьму во внимание. Как говорится, век живи, век учись. Иди нахуй. У меня нет в этом высокомерия. Одного я увидел, он вверх пробегал. Бомж или нормальный? У меня все, блядь, хуярят. Че, может, вместе к нему подбежим? Он, кажется, был топиком. Слышишь, Руслан? Я хочу Матхофа к нему вдвоем пойти, хотя бы разменяться. Ко мне я его здесь потерял. Я его здесь потерял. Ебать.
Не знаю, куда он ушел. Уходи на по Дане стреляет уже там. Ну нахуй, блядь. Вот два ствола, блядь, хуярит по ним. Чё ты, Аслан, не видишь его? Они на вышке, блядь, сидят. Передо мной. Видишь? Нет. Я тогда пошел посмотрю, что там с моим трупом. Пойдем. Я 100 метров от тебя и так. Я зову Матхова хотя бы кого-то разменять на топика. Если мы с двух сторон зажмем, мы убьем топика. Ну, в лоб с топиком выходить, я думаю, это. Ну, вот сюда пошел, вперед, куда-то вот сюда. Ну, не вариант. Так-то можно пошли. Рискнуть. Вижу его, да. У тебя залутанный, да, был Аслан? Ага. Чё, плохо, когда теряешь человека, если не знаешь, он сзади отстал. Толпа нужна. Впереди. Тягивайте. У меня двое, блин. Вот он, залутанный. У Дани двое. У нас один бежал. Ты где, Даня? Блин, ну посмотри. Около базы. Метка моя стоит. Блядь, блядь. Вот он, Аслан, все в кустах. Опа. Сидел, меня ждал. Опа, тихо. Даня убил. Пидор ебаный. Я примерно он, знаю, сука, с подругом как будто. Нет. Я убил. Юль, нет, мы так не договорились. Я просто издалека хочу прошить его. Ну, Юль, я не хочу спать. Он не видел, он примерно. Ебать, один еще пацан. Я пошел полежать. Я вунку его положил. Это нормально. Бегу. Это тот. Да, тот. Хорош. Здесь тоже надо будет отбежать. Видели, как наберешь мне часа. Забрали всех тот. Моя проедет. Короче, я пока не могу в Черногорске заспавниться. Бегать человеку, мне похуй на нее судьбу. Есть скотч, на бутылку не сделаешь глушитель. Я думал, читак забрал его с ней. Оружие забрал, бегу. Быстрее, я думал, у него тиммейты сейчас прибегут. Оказывается, я скинул на землю. Понимаете, это уже моя ошибка. Сейчас я за свою ошибку расплачусь. Увидите как. Хорошо, что я до конца не убежал. Смотрю, что у него. Кроме бронежилета я ничего не взял с него. Оп. Нет. Витя, убери метку. Я не верю своим глазам. Я до сих пор не верю своим глазам. Чичи так, сука, я же взял, блядь. Я до сих пор не верю своим глазам, что я не взял назад пику. Я пока отхожу, короче, чуть позже зайду. Еще надо найти этот труп. Но рискую, может, думаю, тиммейты его подтянулись. Хоть у меня есть броник, шлем. Пойду разменяюсь тому. Метку не поставил на себя? Да. Нет, ты ж прям за меня в 100 метров шёл. А, я его быстро нашёл. Вот-то. Он прям на мне, в смысле, читак был, он даже не забрал. Где-то сбоку, он прям, сука, как будто знал. Печенюгу забрал. Вот я сейчас за свою ошибку расплачусь. Если б я забрал бы у него всё изначально, блядь, первый раз, и ушёл бы в правую сторону, я бы, может, ещё там пару киллов сделал бы. Но здесь уже меня кемпели. На башне есть кто-нибудь? И меня красиво здесь, ну, да, здесь убьют. Я даже сперва не пойму, откуда стреляет. Я смотрю башню. Я сам бегу к нему прям. Да ты чё, сука, блядь? Киви Джуз один там, чё? Я сгорел здесь.
Потому что я сгорел не за то, что он меня убил, а из-за того, что я сам первую ошибку допустил. Не забрал сразу все оружие у него. И вот я за него расплатился. Ну ничего. Была не была. Бежим снова. Надежда есть. Так как у меня есть автомат. По этой причине, может, что-нибудь сделал. Я сам себя, мать, укурю. У тебя? Около той донатки. Байт. Гуя с этого гушика собирается чей-то как. Хоть бы дали, пиздец. Вот это не рус, вот это убил меня. Не-не-не. Тип там, да, на твоей метке? Да. Да. Я думал, если на этом сервере сделать респауны на центре, еще больше файтов будет, я думаю, потому вот что быстро будет пробегать. По-моему. Когда ты выигрываешь это в твою пользу, пока он прибежит, чтобы этот разлутать и отбежать или еще чем-нибудь. Ну, а да, когда проигрываешь, это не в твою пользу, тебе надо с берега бежать. 4 км, 5 км, откуда-то 8 км бежишь. Я это просто записываю так, чтобы вам было интересно. Я нашел свой труп. И, в общем, меня разлутали. Вы вообще далеко, получается, от этой какой-то базы. Пылесос проехал по мне. Интересно, эти типы с ним? Так-то правильно делать, что? Я бы на его месте тоже так сделал бы. Ноль разлутал бы. Надо слева заходить, Витя. Я жду справа, своих пацанов. Чтобы уже вместе где-то что-то сделать. Потому что в соло ты ничего не сделаешь здесь. Где, сука, батона не вижу. Вижу. 1.7, охуел, блин. Ты оружие свапал? Да. Как давайте, видите, пацаны, нахуй. Ничего не оставил. Там три вышки стоят. Три? Хуя себе, они, блин, раскошелили. Так они что, в базе прям сидят или что? Или под базой бегают? Хуй знает. Пока нет информации. Блядь, жутко лагает. Да. У тебя нормально видишь? Угу. Кто же попадёт? Что вы там делаете? Я хочу какой-нибудь базовый, кого-нибудь убить, как вот первый раз, на да? На твою метку идем слева. Одного вижу. На опять меня убили, короче. Кто это? Я хочу кого-нибудь такого топика хотя бы убить, у него чем-нибудь печенюги там, да, чем-нибудь читак взять. И потом уже ближе к пацанам подтянуться. Потому что где пацаны мои... Который дается со старта? И у них есть оружие... Нет,
там самый файт идет, видишь, горят. Но там все топики ходят. Я думал, здесь кого-нибудь встречу, убью, заберу у него оружие, броник это и к пацанам подтянусь. Помогать пацанам. Но меня снова убили. Но ничего, ничего. Пофайтимся. Видите, это да, сами меня как поливает, нет, нет, по. Броник решает. Я по нему зажал, попадал. Он развернулся мне. Др-др-тя. Я сдох. Тихо, 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 пожалуйста. Фу, дай, блядь, но я прям перед тобой. Я не могу тебе дать. Через кост. Хорош. Где? Нет, вот. Не, я далеко умерла. 400 метров. Вот наши начали теперь рыбачить. Все мои пацаны поделятся с оружием, то можно что-то сделать. Я снова бегу. Но еще не умирал, как вот последний раз умер. Мне надо будет потом покушать. В общем, у нас я забрал с него еду. С того типа забрал. Пацаны, пацаны разлутали их. Что-то. Двоих уже убили, разлутали. Да-да-да. Мне надо к пацанам подтянуться. Бля, Тимми, прости, как бы стволы есть, пулемет есть, читак есть, но джаггер ему... Джаггеру пизда. Нормально. Ко мне бегите, он мою забрал. И читак, и этот. Адидасский шлем был у него? Я не одного посмотрел. Одного кипаря вижу передо мной. Ебаш. Без этого там аккуратнее, пойдем встретим. Назад его отправить. По-моему, слева кто-то есть. На берег. Свапнул оружие. Я не свапал. Или это, блядь. Ветка, музыка. Ладно, пойдем. Киви, на встречу. Оружие дадим. Так, а первая метка тебя там убили, да? Все, туда его. Пусть к тиммейтам ближе. Киви. База здесь какая-то анатная. Убегаю. Эти. По мне здесь работает. Был рестарт. После рестарта я бегу к своему. Кто с бара-то это... стреляет? Это не наша. Слышу звон. Блять, меня убили двое, блять. Я не знаю, где он. На у меня нет. Патронов нету, ебаный брат. Сука. Сейчас приду покурю. Надо отрядиться. Сука, блять. Он тоже с ПКМом, по-моему. Мне надо выбрать хорошую позицию. Ну они все в лесу бегают вверху, там сам вверху. Uh-huh. Один справа бегает. Просто мне нужна позиция хорошая. Двое сверху, получается. У которых преследование за мной. Так, метку поставил уже, да. Видите метку? Меток просто дохуища, если честно. Дон батон. Я убираю. У меня тело. У кого? В упоре. У меня в упоре. Да ладно. Сны очень. Пиздец, нахуй. Это. Я не знаю. С аллигатора в упор тебя убили. Пусть, чтоб ты понимал, ты выдержал нахуй попадание. Все это пока. Я. Меня убили.
Я метку поставил на себя. Где появляться? Болото. Он хромает. Просто максимально просто. На мне прям. Лег на меня, я вижу. Я остался один, в общем. Все мои тиммейты бегут. И мне надо максимально выжить здесь. Кто там живой? Нельзя бегать. Слан, я на себя метку поставил. Подожди, вампир, ты на... А, прайм на себя поставил? Да, он прям на мне лег. У меня после при загрузке я видел свою лунку, он прям лег у меня. Мне надо максимально выжить, подождать, там, чтобы пацаны пришли. В одного резона нет мне здесь бегать. Меня просто завалит. И поэтому я хочу здесь подождать пацанов. Эта позиция мне нравится. Там дохуя типов. Помимо этих еще какие-то левые. То, по-моему, это все с одного. Это... Сколько их там, блядь? Да? Ну, на 600 метров вот тебя бы. Не надо сюда лечь. Влад, это за тобой. Я справа, а слева буду закрыт. Просто надо слушать. Кто будет идти уже убивать. Чем, я думаю, да, чем в кустике гаситься лучше здесь. Начали файт. Так нет, правда. Только Даня ушел. Ой, Даня, очень. Блядь, этот. Никита. Виталик, то есть, блядь. Ну их там больше, чем нас. Да похер, мы ничего не теряли, на них и нажились. Здесь все файтятся, не знаю. С кем воевать. Я потерял. Мы, нет, ну, мы-то сами пришли сюда на файт. Нас никто не звал, на нас никто не нападал. Мы услышали, что здесь файт идет, и начали сюда подтягиваться, пофайтиться. А Тиб в джаге не может удержать что-то, то этот удерживает нахуй. Я лежу, жду своих тиммейтов. Странно. Не хочу потерять это оружие. Не знаю, как я этого типа не убил, блядь. Я просто у него зажал, он стоит шатает. Падает он мне. Ну тоже, по-моему, ПКМ был. Там из наших остался кто-нибудь, нет? Ким? Да, да, с Ландом. Бля, я прям рядом с базой бегу, нахуй. Он оттуда стрелял, ушел. Ебать, а куда метка-то поставилась, я не понимаю. Я не знаю. Я вообще какие-то... Она рядом с тобой? Нет, далеко. Это должно быть не отдалеко от этого, от одинокого сарая. Прям соседний лес. А метка стоит хуй пойми. Там... Тихо, у меня. Хорош. Хорош. Там, блядь, 50 БМГ пришли еще. Угу. 50 БМГ пришли. Там левых типов летал. А здесь все бегают. Да нам пофиг с кем файтиться. Максимально сколько можем, надо убить. Бэмбы тоже хорошие пацаны. Часто играют, часто файтятся. Посмотри на Prime 2, там то ли тело, то ли труп лежит. Для брата... Не выёживаются там, они сами по себе. Всё, молочки, понял, пацаны. Ну и таких здесь прям. Очень таких плохих так-то не встречал здесь пацанов. Все общаются с друг другом, хоть файтится нормально. Что-нибудь спросит в чате, сразу все отвечают. Громко, гласно, единогласно,
что-то, если интересно. Только они свои позиции не скажут. По мне стреляют с аллигатора. С базы стреляют. Это кажется, он с АИКСа стреляет. Мне кажется, АИКС. Не аллигатор. Аллигатор на боли. Громкая и такая открытый звук. А это какой-то этот закрытый звук, как у АИКС. Принеси попить, Хаби. Так-то я не боюсь выйти бегать. Ну толку я сейчас выйду, ладно там. Меня просто кто в позиции сидят, я для них как мясо буду. Блядь, бегают там. О, видит. Сейчас я оружие возьму. На моей метке? На моей метке. Блять, твоя рядом с моей, по-моему. Даня психует. Сливался. Двое бегают. Вот один, второй правее. Один метка. Один должен быть. Слышу, кто-то прибежал ко мне. На ему в башне. Да он айфак может залить и все. Аптечка. Бля, КСВК, сука, забрали пинорас. Что делать? У меня этот нахуй саб 2000. Дальше ждем пацанов. На моей метке бегут. На второй. Где второй твой метк? В гору поднимается тело. И вот у меня. Прям на него третья метка поставил. На моей метке, блядь, бегают типы. Батон тут выше у тебя. Бля, у меня М-ка только, что я сделаю, блядь. Четвертая пацаны, метка. Подтягивается кусту, уже. Где четвертая метка, блядь? Четвертая метка прям к кусту. Вот еще один побежал. Кензи? Но я их не вижу. Да, иди Кензи, сюда, пятая иди метка. Сюда, иди сюда, вот залутай его, батон. Вот труп я которого? Поставил. Ага. Ой, куда я его отправил? Вижу. Снял. Хорош. Там еще, Аслан. Там еще, типа. Блять, я думал, тут разлутка, хуя нету. Идите туда к Аслану, беги, подойдите. Ко мне. Бегу, бегу. Батона жалко опять. Только прибежал с берега. Хотел ему помочь, чтобы он залутался уже вдвоем пойти бегать пушить. Меня убили? На 700 метров. Угу. Он на 700 метров. Он с базы стреляет. Да не с базы, а с лан, блядь. Он... Ну, сука! Хуя. И опять снял. Говорю, блядь, не с базы, на. Там базу даже не видно, ёпта. С базы, блядь. С берега еще скажи. Ты ебало завали, сука, нахуй. Это мое мнение же, сука. Если нет, значит нет, нахуй, скажи, нахуй. Кензи, понимаю. Свои. Ты живой. Ко мне пать сможешь подтянуться, Кензи? Бегу, бегу. Чашка. С этой стороны беги. Бегать а, вот, с берега. Вот, еще только прибежал, и тебя убили вообще. Что он меня с опять с аллигатора уебал? С АИКС. Нет. С АИКС. Ну я так и предполагал, что это АИКС. Ну это значит, если как бежать с болота где-то там, в спину больше неоткуда. Неоткуда. Здесь труп есть, можешь залутать, Кензо.
поставлю киви-джу за день. Прям за камнем. А тот, кто кемпил батон, я его убил. Тихо! Доча, иди отсюда, пожалуйста. Я. Кенза, у тебя ничего нет уже? Нет. Лутай, лутай на киви дюз один, подбегай к камню, ляж. Там броник, шлем. Вот возле камня прям. Передо мной, видишь? Вправо чуть, ага. Ляж, 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 ляж. Залутал? Мысл есть бежать туда? Да, я тебе ружку дам. Вот здесь один снайпы и... еще лежит. Кенза, вот Киви 2, там один снайпер, который убил. Угу. Прожидаю. Ночь, ебать. Киви 2 кто сможет. Прямо прям будешь бежать? Может чуть подальше прям. Его на... Я сейчас это заныкаю вещи, чтобы давай. Можно было разутываться. Давай, давай. Стреляют где-то, блядь, в стороне этого. Чё? С КСВК хуярят вот слева от вас где-то вдалеке. Километра на два. Прайм, ну, я к тебе бегу. В общем, нам, думаю, надо уже валить. Я хуй знает, тут в поле лежал броник, каска, я лутанул, я АК. Никто к нам не подтягивается, уже сдалека стреляет на 600, на 700 метров. Да ночь, это пизда. Я шлем тебе с ПНВ дам. У некоторых пацанов нету калибровки, там на не мне могут тоже настроить. Было... Ну, компы ПНВ. Не удерживают или не поддерживают. Да у меня тоже хоть был. У меня калибровка хуй есть. Хуй подойдешь сейчас туда. G-Force. Тем более там собровский шлем уничтожен. Я без ПНВ могу бегать, а тем пацанам тяжко. Да нет, шлем у меня есть. Алтын. Тут еще читак и патроны на него. Понял? Там еще Рюгер был в начале. Рюгер, Рюгер. Я взял Рюгер. Аллигатор, вот откуда может ебашить? Слышите, вот метку дал. Там красная, блядь, эта хуйня. Но он, да. Если бежать с болота по прямой, блядь, в этот лес, где все. Вот он стреляет в этом направлении. 700 метров он меня уебал. Больше неоткуда. Я все. Бегу. Тихо, возле меня кто-то ходит. Дон батон. Иду, иду. Вот тут. Mm-hmm. Меня выкинуло. Короче, подо мной там чей-то схрон. Там АРХ. Тихо. Не, мне послышалось, кажется, бро. Мухи здесь, блядь. Беги на... Чё ты говорил там, АР-ка, Влад? Да, дом батяну там. Там разводка чья-то была, каска и АР-ка. Сейчас я зайду в кусту, не убейте, пожалуйста. Кенди на Киви Джуз 2 быстрее забирай, чтоб он не забрал свой труп.
Бля, я не вижу разлутку, блядь. Сейчас я появлюсь в кусту. Просто не убей. В елке. 5 секунд загрузка. Прямо беги вот тогда на мою метку. Может, через мою метку пойдешь. Но на этой стороне. Вижу. У него только Рюгер. Со Скаром. Появился. Я тут рядом где-то, блядь. Сейчас прогрузимся. Ой бой. Ну, блядь, появляйся, е-мое. А, дальше. Блядь, у него три сишки. Во, блядь, отходите нахуй. Тогда мы и сваливаем? Давай заберем. Сейчас, погоди, я подойду, мы заберем тоже. Я рад был, так, что мы кейс один метку, что там есть? Там чей-так. Бля, меня выкинуло. Хорош. Тоже, блядь. Чё за хуйня, блядь? Чё вот краш? Кипари уже бежат. Просто игра, да, закрылась? И бежат. Ну, крашнуло. Думаю, нам уже всё надо сейчас. Один, кто может забрать тебя? Я иду. Мы все, когда всегда их поубивали, справа. Пацаны, шутка, все их оружие... Ну, это перетаскали в схрон. Да, я спал. Всех сейчас одеть, обуть и, думаю, убежим. Болото. Стреляй. Что? Болото. Прямо стреляли, где Kiwi Juice 2, вот с этой стороны. Не беги, подтяни к себе. Ты чё, Ярик, к нам прийти хочешь? Хотел. С вами попасть. Ну, не именно с вами. Против нас? Ну, с... А. Не иди туда, скинься, пожалуйста. Ну, хочешь, примерно? Да, я рядом с меткой буду ставить. Прайм бежит снизу. Я вижу. А, ну, дальше не хватит. Ну, в общем, не короче... Нет. Я вышел на Латметровскую тут. В общем, пацаны... было... как-то так сыграли. Прошу... не судите строго. Осторожно, стреляли, где Кен зайдет. Я, может, не лучше кого-то играю, кто сейчас меня смотрит. Ну, я стараюсь и учусь чему-то каждый день, играя командой с кланом. И могу какашку тебя на упор есть? Советы. Нет, оденем прайма, убегаем. Оденем прайма. Без Б можете написать. Все, уходим. Вместе валим. Всегда возьму во внимание. Да, там этот же. Да, батон там. Пишите будет, комментарии, ставьте лайки, можете дизлайки. Скажи, как будешь заходить. Ну, с кем мы файтились, если у кого-то там есть. Огорчение, обида, или сгорел, или говорит, что там лежал на одном месте, убивал, или там не выходил. Ну, пацаны, у меня выбора не было там. Я не знал, сколько кланов здесь, и кто где как пасет. Сами видели, у каждого свой кустик был. И я лучше думал, отлежусь, подожду пацанов. Вот все подтянулись, все залутались, все отходим. Чтоб ты разбанил и... его у себя. Кто сгорел, может там психует. Не обессудьте, пацаны. Просто... Вместе ну, пиши, мы играли так, как можем. Вы можете лучше нас играть, я базар нет, уважаю. С кем перестреливались, кого чё. Никакой обиды к вам нет. Претензий нет. Я с этой стороны хотел крутануть. И... также вы поймите, вы бы я на моем сказал, месте были бы, также играли бы, убивали бы там или даже лучше меня бы сыграли. Да. Так что без обид, пацаны, это просто игра. Не надо здесь включать свои высокомерия там. Там огорчение за какую-то игру. Есть. Виртуальная жизнь никогда не ставьте выше реальной жизни. Попсиховали, да, минуты две там. Потом же по-любому успокаивать. Я тоже вначале вот психовал, жестко крыша ехала, как меня мочили. Блять, аллигатор мы сейчас уже более нормально. Да. И Барретт. Не психую, все взял. То, что профукал. Да, Даня. И...
Я пришел чисто Да похуй, сишки зато на кипарем, мате. и уже у меня читак, печенюга, хоть что-то взял, и ишь, хоть умирая. Убил батон, я его убил же, вот у и него поэтому... Угу. Давайте, пацаны. Я Шесть призываю готовы? К мирному... Нет, 6 тиков и 2 динамата. Дружной игре в а этом что, сервере. Или набор электрика, скотч, все. Если ну, да, кому-то да. что-то нужен и совет, там, помощь в этом сейчас. Сервере, я всегда рад буду вам помочь. Всегда вот поддержу. По бежим, поубиваем, и всем спасибо. Хорошо пофайтились. Что в общем, на этом я закрываю первую серию. Еще есть. Ну, это я думаю, мы с ареалами воевали. И если что, завтра выложу. Сейчас уже все думаю. Метки поубирайте свои. Уже на тренировку, Кензи, после тренировки, взял, думаю, может, буду отдыхать уже. Ну, давайте, было, пацаны, берегите себя, между всем желаю это, удачи, да. Кто впереди пробегал, я всех мочил. Счастья, успехов в семье, я, на бля, работе, только 3 раза, сука. В учебе. Да я вначале вообще откисал же, всем ассаламу алейкум.